Борис Пінкус, керівник окружного відділення республіканської партії по 45-му округу асамблеї штату Нью-Йорк, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Борисе, вітаємо. Доброї ночі вам. У нас добрий вечір. Рад вас слышать і видіти. Это взаимно. Пане Борисе, якщо ми українською будемо ставити питання, ви нас зрозумієте? Да, конечно, у нас есть некоторые новости, хорошие новости. Давайте их відразу делиться с нами. Да, с удовольствием. Первое, это Сенат одобрил оказание финансовой помощи, причем немедленной, 13 миллиардов долларов. И Байден буквально через час подписал это. И 3 миллиарда уже получат буквально завтра, послезавтра. И с последующие 2-3 дня остальная сумма будет поступать. Причем все это будет идти денежной эквиваленции, конечно, в виде помощи на оборону. Идет оборудование, созданное на суперсовременных технологиях. Вот это очень важный момент. Но с другой стороны, нашу общественность волнует то, что Америка и Европа, к сожалению, не очень активны в том, что сегодня творится в Украине. В частности, то, что сотворил буквально вчера Путин, атаковав учебно-тренировочную базу в 15 километрах от границы Польши, где убито 15 человек. Это взбудоражило общество у нас, и очень много идет выступлений критических в адрес Байдена в частности. И есть уже предложение о том, чтобы пора уже внести no-fly zone. Одно из предложений, которое будет рассматриваться, скорее всего, буквально в эти дни, это ввести no-fly zone частично, это вдоль границы с Польшей, то есть вдоль западной Украины. Что это даст? Это, конечно, абсурд. Если вводить, надо вводить на всю территорию Украины. Вы знаете, есть такая мудрая поговорка великой Голды Меир. Если к вам пришли с войной, они не идут к вам с миром. Надо воевать, надо защищать. Понимаете, поэтому никакие мирные договоры не решат сегодня судьбу Путина. Поэтому надо быть более активными, более агрессивными и Западу не избежать прямого столкновения с Путиным. Борисе, маленьке уточнення. Ви сказали частково закриття неба на кордоні з межею країн-членів НАТО. Це приблизно яка відстань від кордону? И Львовской области, вот это вот вдоль всего этого, этой территории. Но, судя по всему, столкновение будет неизбежно, потому что Путин провоцирует. Чем больше Байден говорит о том, что мы не планируем, мы не собираемся вступать ногой американского солдата на украинскую землю, тем больше наглеет самый Путин и, к сожалению, идет провокация. Вот то, что произошло, например, с атакой учебно-тренировочного лагеря 15 км от Польши, как раз говорит об этом. Дякуємо вам, пане Борисе. Борис Пінкус, керівник окружного відділення Республіканської партії по 45-му округу асамблеї штату Нью-Йорк.